Привет! У меня сегодня очень важный день, и я очень хочу с вами им поделиться. Я сегодня еду в волонтерский приют. Это то место, где волонтеры берут собак из муниципальных приютов, из улицы, в общем, с ужасных условий, и за собственные деньги помогают, вылечивают, содержат этих собак. В год они отдают в семьи примерно 50-70 собак. Я им за это очень благодарна. В общем, смотрите. Это Теза и Аза. Они очень дружелюбные собаки, но всегда борются за внимание. А это Рыжик, он очень добрый и верный друг. А это Матильдочка, она очень боится. Это Зайка. К сожалению, она осталась без глаза. А это Пташка. У нее тоже нету глазика. Их вдвоем шутя называют командой циклопов. А это Лайка. Ее так и зовут. Ее сбила машина, и поэтому у нее сейчас не работают ножки. Лайк, лайк, лайк! Лайк, лайк! Пока, лайк! Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Хотя нет, я уверена, что вам оно понравилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кен Маша. Пока-пока! И, конечно, не забывайте подписываться на соцсети Русдог и помогать собачкам. Пока-пока!